Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы опять готовим на кухне. Я сегодня расскажу, как легко и быстро приготовить томатный соус, очень острый соус томатный, который подойдет абсолютно к любому мясу. То есть давайте легкий и быстрый способ, но очень вкусный соус томатный для тех, кто любит поострее. Давайте начнем. Итак, как я сказал, я много экспериментирую, и вот этот соус томатный мне понравился. Что нам для этого понадобится? Смотрите, помидорка, мы возьмем только вот томаты, вот этот сок томатный, и не томаты в собственном соку, вот эти помидорка. Далее мы возьмем кетчуп Хайнц, смешаем 50 на 50. Нам понадобится чеснок, перчик чили, кинза, перец болгарский, лук репчатый. Еще нам понадобится такой вот табаско классический. Ничего страшного, что мы будем мешать чили. Табаско свой добавит вкус. Соль и смесь перцев. Давайте начнем. Делаю немного, вам показываю. Вот этот соус. Супер острый томатный с овощами соус. Мега вкусный. Смотрите. Добавляем кетчуп сюда. Добавляем вот эти вот именно томаты. В собственном соку для вкуса. Добавили немножко кипяченой водички. Вот так вот, чтобы он не был густой. И еще обязательно соевого соуса. Каплю. Так, основа уже у нас собирается. Далее всегда добавлять немножко табаско для пикантности. То есть вот так вот. Но тут не немножко, тут у нас острый соус, мега острый соус, кто любит поострее. Ну, можно не такой острый сделать, просто томатный. Далее, посмотрите, что нам понадобится. Мы вот перец болгарский, лук, много не будем. Перец болгарский, лук, кинзу, чеснок. Перчик чили, все нарежем сейчас мелким кубиком, то есть приступим. Режем лук именно кубиком, чтобы это все хрустело в нашем потрясающем соусе. Ни в коем случае это не тот соус, где надо все взбить. Посмотрите, лучок. Кубик не надо делать прям супер мелким. Вот так вот лук нарезали. Ну, в принципе, так режем все остальное. Перчик. Сперва вот такой вот соломкой. Потом кубиком. Кинзу. Тут хорошо подойдет вот именно кинза. И перчик чили. Аккуратно после него как следует нужно помыть руки и ничего не вытирать. И чеснок. Чеснок можно просто натереть на мелкой терке. Далее, посмотрите, прямо вот так вот чайную ложечку сахара сюда добавляем. И дальше добавляем все вот эти наши нарезанные овощи в наш соус. Итак, и посмотрите, можно назвать мексиканский соус, такой вот домашний. Острый соус подойдет, очень хорошо подойдет к любому мясу. Мы сейчас как следует его перемешаем. Как следует сейчас перемешиваем этот соус. Итак, внимание, наш соус вот такой вот острый, томатный с овощами, острый чили мексиканский готов. Что хочу сказать про него, если вы хотите не острый соус, сделайте без перца чили то же самое и не добавляйте табаско. Будет изумительный томатный соус просто с овощами. Пробую. Я говорю, он дико острый.
Это вот для любителей, кто любит поострее, вот такой, как я. Я люблю очень сильно острые соуса с мясом. Вот такой вот соус идеально пойдет. Итак, попробуйте приготовить соус такой остренький, томатный, с овощами. И вы не пожалеете, кто любит поострее. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!